40 миллионов долларов. 14 серий. Производство Geno Media Studios. При поддержке правительства Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Фильм режиссера Питера Уэбера. Королевство огня. 17 ноября 2019 года на телеканале MBC дебютировал один из самых дорогостоящих арабских сериалов последнего времени. Фильм рассказывает историю жизни и смерти последнего мамлюкского султана Египта Туман Бая на фоне противостояния мамлюков и Османской империи в начале 16 века. Аль-Малик, Аль-Ашраф, Туман Бай II, последний мамлюкский султан из черкесской династии Борджитов. В сентябре 1516 года, после гибели Кансуха, Аль-Гаури, Туман Бай был избран новым султаном Египта. Он возглавил борьбу против османской армии, оккупировавшей к тому времени Сирию и наступавшей на Египет. Сериал уже успел вызвать шквал критики со стороны Турции, которая заявила об очередной попытке очернить деятельность Османской империи кинематографическими методами. И тем не менее, адыгам всего мира, возможно, будет интересно посмотреть на воссозданный и кинематографическим способом описанный мир черкесских мамлюков, который никогда прежде не получал освещения на столь высоком уровне. Туман Бай стал первым черкесом, про которого сняли, по оценкам многих зрителей, настоящую киноэпопею.